На партийной конференции традиционно присутствуют не только члены «Единой России», но и сторонники партии, представители администрации и Совета депутатов, общественники. Во вступительном слове глава Ленинского округа, секретарь местного отделения партии, подвел краткие итоги деятельности единороссов. С начала года отделение проведено свыше 620 мероприятий. По их результатам в СМИ и социальных сетях размещено свыше 3000 материалов. Общий охват участников составил около 7000 человек. В городском округе продолжает реализация 11 партийных проектов. 8 из них федеральные, 1 региональный и 2 местные. Также Алексей Спасский сообщил, что в первом квартале 2023 года ленинское отделение занимало 26 место в региональном рейтинге. Но благодаря плодотворной и конструктивной работе местные единороссы поднялись на 14-ю позицию и находятся в зеленой зоне. Очевидно, это итоги работы новой команды, и они очень активно включились, и надеемся, что так оно и будет, потому что впереди задач очень много, но есть все возможности, чтобы эти задачи решить. В ходе конференции тайным голосованием определили новых членов местного политического совета. Решением большинства в него вошли партиец Николай Бондаренко и депутат Совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Татьяна Ершова. Огромное спасибо за доверие. Я работала, у меня уже опыт есть работы, поэтому я с огромным желанием, энтузиазмом я буду работать и готова к этой работе. В ходе торжественной части конференции партийный билет «Единой России» был вручен 9 новым членам. Среди них и двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов. Как признался Евгений позже, для него это дополнительный стимул к продолжению общественной работы. Хотелось бы себя попробовать организационном моменте в спорте, особенно в своем хотелось бы развить. Наш вид спорта не такой популяризированный, есть бассейны, есть все, где готовятся, все классно, но немножко не хватает массовости именно в плане просмотров людей. А в остальном, я думаю, буду стараться, конечно, свое плавание развивать. В ходе мероприятия также были избраны делегаты на предстоящую региональную конференцию. Решением большинства ими стали депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа, члены фракции «Единой России» Ирина Архангельская и Алена Кокоева. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.